Сейчас все протестируешь. Едь, едь прямо. Аккуратно, не спеши. Не спеши. Ты пошел. Ты пошел. Не спеши. Так. Вот оно. Это болото. Подсохло, конечно. Но место классное, видите. Леня. Посмотрите, что он творит, чудеса реальные. Реальные чудеса. Дальше я не могу. Но место хорошее, не зря мы так долго ехали. Как-то оно гиблое. Гиблое, да, немножко гиблое. Я там куда-то встрял, довольно-таки не слабо. Но места хорошие. Я только не могу сориентироваться, где мы тут и как катались. Ты попробуй чуть вправо, может. Тут сзади ветка, да, ну, дерево сзади. Макс! Есть. Все нормально. Все, не копай, хорош, все. Так, взял другую камеру. Тут получше видно должно быть на ней. Ну, тоже лес потемнело, и лес забирает свет. Так, друзья, спасаем Леню. Чероки доехал. Давай, еще. Все. А что ты хочешь? Я тебя бросаю, вот. Смотри, на ветку. На ветку. Главное, не синяк ему не набей, главное. Давай, я попробую дойти. Давай. Макс, давай, говорит, раз и Леню в болото. Не, раз ты... Я так далеко заехал. Да. Я пытался выехать, мне что-то... Не, надо, надо сюда было проехать. Йо, ханы бабай. Там очень хреново. Еще один. Готов? Да. Поймал. Ё-моё, Пашенька. Я не могу только... Где у нас было основное рубилово? Или чуть ближе, где я стал, там вот напротив. Это мы или вправо сильно ушли. Тут все подсохло, немножко изменилось. Ну ты узнал это болото шикарное? Нет, ну там глубинка, надо ее ходить. Да. Сейчас, Лень, сейчас. Его на карте же видно, да, вот это получается? Болотоходы тестировать нормальное место. Белым задымил. Посмотри, как он едет по верху, не проваливается. Я охренел, куда он заехал, честно говоря. Я думал, он еще там, где Чероки встрянет. Да, конечно. Так, еще немного, еще метр. Метр, по-моему, сцепление. Не бог, подожди, он тебя сам подтянет. Не, не, не трогай сцепление. Ну, Макс, отойди. Все, тормоз. Все, отпускай. Нажми стопы, нажми. Стопы нажми, Лень. Стопы нажми. Фотографию сделаю. Макс! Или это не сцепление, или там вода. С каким остервенением? Да тебя тянет в болото обратно. Ты что говоришь, куда мне ехать? Сейчас, ты назад? Надо свет идти включать. Фото как-то хорошо. Так, посмотри, как на фото света просветляет. Более светосильно, да. Оно так. Так. Леня, блин. Я ваш этот флип. С Леней просто можно, даже не важно, что он делает, просто его надо слушать, снимать и слушать. Там сейчас еще влипнешь. Стой, стой, там пенек, подожди, не спеши. Едь вперед, если не можешь.
что его долго просить не надо. О, правильно его направил. Чироки далеко не уезжайте. Смотри, как она ездит, блин. Это охренеть просто. Я тебе скажу, тут ни одна машина бы такое... Далеко так не уехал. Да вообще. Паш, подъедь, может, люстру включим, да будет все видно. Ты посмотри, что делает. Ёлки-палки. Как? Как? Хорош! Вперед! Это ж болото настоящее, блин. Да, уже ближе к берегу, ну. Ё-моё. Хорош, не копай! Чуть-чуть назад и вперед. Хорош! Блин, далеко. Не, она ездит, ты посмотри, что. Там какое-то бревно, видно, лежит, понял? Задними упирается. Зацепился. Вот он и круг накатал, смотри. Вообще что-то нереальное, к сожалению, потемнело. Но было круто. Да, вживую. Да не, ну тут просто какая-то торфяник тут. Торфяник просто такой жесткий-жесткий. Лёня тут смог поехать, развернуться и выехать. И выехать вон аж туда. Все-таки смог застрять. Я просто тут не могу узнать деревья, где мы с тобой ходили, Паша. А, вот те упавшие, кажется. Вот там было. Спецучасточек какой-то был здесь. Отпусти. Как же найти это видео? А кто ж тут соревнования какие-то были? Лёня, спецучасток, ну, какой-то кружок был. Вперед, ручки вправо. Не-не, было что-то, ленты, я помню. Вниз, надо... Давай лебедку тестируй, Леня. Тестируй лебедку. У Лёни новый мотор за $500 на лебедке. Ну берите, рассматривайте. Сейчас, мы назад еще тебя потянем, чтобы ты с разгона тут взял. Так, Макс нашел стихи. Я не могу понять, я до поворота не доехал до этого, Паша, или переехал? Не доехал. Или переехал? Не доехал. Не доехал, да? Чуть-чуть буквально не доехал. Лёня, ну нравится тебе болото, Лёня? А? Классное. Хорошее, да? Да. Стоп, стоп, стоп. Он очень резкий, конечно, тут. Еще сигнал долго проходит. Сигнал долго, да. Так, попробуй на коксе попробуй. Разгазуй, газ в пол. Да прямо на бомбу иди к коксам. Коксам. Право, коксы и полетел. Какой право? Вправо гора. Короче, хочет положить его. Не мешает. А, да, да, да. Так, Влад, отходи, 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 отходи. Положить хочет его, говорит. Там как в стену. Бля, меня опять скинуло просто сюда. Ну все, разматывай. Саша, а включи дальний, можешь? Нет. Его не будет видно, да, наверное? Охеренно, мне надо назад. Вперед. Да, вперед, посмотри, на бомбу. Тебе надо протестировать лебедку, мы сюда ехали так долго, искали это место. Отпускай! Стой, стой, стой! Так, тест. Тест лебедки. Посмотри, как новый мотор крутит у него. Вообще офигенно крутит, да. Да не, ну я думаю, что Лёне надо выходить на мировую арену уже. Да, бородач? Вышел и сразу зашел. Ну не надо гнать. Так, друзья, пока я смотрел, что там и как, Лёня попал в ДТП. Столкнулся с Тойотой, очень всемирно известной. Блин, ёханый бабай. Провалился. А куда он врезался, Макс? ДТП было? Да. С иномаркой ДТП? Еще право, еще,
колесо было в воздухе только что. Осторожно, туда-назад не ходи, потому что он очень резкий. Посмотри, смотри, что он делает. Ёханый бабай. Это там дерево было, понял? Да-да, так он тут в ДТП попал. Так а где ДТП? Следы есть ДТП? Да, есть. Чироки едет? Чироки едет поверху. Осторожно, осторожно. Осторожно. Ого, тут бревно, слышишь? Я с вами не поеду. Давай, твой выход. Камеру сломали, фару побили. А где он врезался? Сейчас следующий. У тебя уже фонарь битый тебе. Ты просто встал на траектории, понимаешь? Ваня, с тебя $80. Смотри, надо проехать там. Блин, если бы я не... Так едь вперед. Так, виновник ДТП извинился, говорит, у меня есть такой фонарь, только со скотчем. Вот, блин. Блин, бородач лютует. Я... Леня, уезжай, он тебя сейчас раздавит. Что, засел? Да нет, не может. Дерево. А, дерево, дерево. Он в мое дерево едет. Дерево, да, мешает. Вперед. Вот, дерево, там бревно лежит. Ух ты, елки, вот это крапива, друзья, таких, такого размера, человеческий рост. Пашенька, тут моя машинка, осторожно. Стой, стой, стой. Ух, блин, зверюга, чуть меня не... Ёханый бабай. Короче, вот такой торфяник, пока фары светят, вот такая, такая крапива, такой классный чироки. К сожалению, долго мы сюда ехали немножко. У него есть такой же фонарь, только со скотчем, правда, Пашенька. Что ты скажешь? У тебя зато два будет фонаря, твой и его. Еще, если что, не хватит, почкой заберем. Попробуй прямо пройти там между деревьями. Паша сегодня в минусе. Минус камера. Стой, стой, Леня стоит. Стой! Отомстил. Хорошо. Еще раз. Да, у меня такой есть скотч. Охереть, вообще тут ДТП просто каждые 10 минут. Подожди, куда, кто, кого? У Лени? Нет, так он себе сломал. Опять? Леня защищен, серьезно, тут у него дуги. Стой, стой, сейчас опять фонарь пострадает. Стой, стой. Леня, дай вперед. Вперед дай, Леня. Отпусти полностью педаль, отпусти. Отпускай педаль. Стой, Паша, он не едет. Так, тут что-то происходит страшное. Тяга согнута. Колесо в воздухе только что заднее было. Бородач начинает лютовать. Стой, ты сейчас перевернешься еще. Сцепление в самурае, конечно. В этих маленьких моторах это... Это самое? Может, ты Леню подтолкнешь, у него сцепление не работает. А давай. Давай, Леня. Включай первую. Подожди, стой, только надо... Стой, стой, стой. Блин, ты куда-то не попадаешь. Надо ровнее. Еще, еще чуть-чуть. Надо ровнее подровняться. Попробуй вот в эту дугу его, Паша. Вот в эту. Фонарь не получится. У тебя не тот размер. Фонарь не целится. Он фонарь целится. Давай, Леня. Давай, первая. Давай, отлично, давай, давай, давай. Паша, давай, толкай. Прям фонарь. Прям фонарь отомстил. Охереть вообще, вот это вы гоните. Третье ДТП за 15 минут. Леня, все, вы в расчете. Сейчас камеру сломаешь. Что, разломаешь? Давай, Лень, первую включай. Первую давай. Не-не-не, не спускайся. Не спускайся, Лёнь. Я не могу, у меня еще тормозов нет. Третье ДТП за 15 минут, вы гоните вообще. Уже у вас три раза права забрать могли.
Давай, Паш, подъезжай. Опять? Так уже раз... Влево поворачивай, чтобы ты не... Влево давай руль, да. Максимально. Максимально. Вот оно, третье ДТП. Ну, четко фонарь. Ну, скотч есть у Паши, он сказал. Не бзди. Ну что, пробуем? Не, ну рассчитался, чего, все нормально. Так дешевле. Давай. Так все. Паша, давай, потихоньку только. Давай бревно между ними вставим, чтобы... Есть бревно, Макс, найди. Да не, это маленькое. О, нормально. Смотри. Сейчас меня сломаете машину этим бревном. Да не бзди. Давай, Пашенька, бревно есть. Смотри, какое Макс красивое бревно нашел. Этим бревном сломаем. Ёхан. Паша, едь. Упор поставили, давай. Паша, упор поставили. Сейчас камеру хочу. Он не хочет ехать. Сейчас не хочет? Нет. Давай, толкаем, толкаем, толкаем. Все, починили. Блин, Лёнь, надо же было в проём. Понятно. Понятно. Так фонарь потушил все сразу, да? А не, что-то работает. Бородач лютый, конечно. Концовка была сложная. Три ДТП. Чироки. Чироки, да, хорошая машина. Сцепление работает. Так, надо понять, где мы находимся. Да вон туда, к Железкиным. Ну да, и налево. И налево, да. Да, друзья, вот так вот завершилась наша оффроуд. Тремя ДТП. Леня, бородач не любит Леню. Леня теперь не любит бородача, да? Да, у них теперь контра. Иди палку, пошли кому-то дашь палку, пусть бьют друг друга. Они теперь друг друга будут ненавидеть. Давай. А слышишь, дай по горбу одному и второму. Давай. Ну типа вы в расчете скажешь. Сказать, о, крепкая, нормально. Акация, да? Хорошая. Сказал, о, две, давай одну. Одному и второму, давай пусть идут на бой. Пусть вызывают. Вон Макс вам несет оружие для разбора. Макс несет оружие для разбора. На, одну тебе палку. На мечах. На мечах давай. Чтоб машины не промахнули. А я при чем тут? Ты че? Какой провокатор? Я наоборот берег тебя. Кричал, блин. Два комплекта, сука, фонарей. Ну даст, у Лёни есть такой. Ну вы рассчитались же уже все. Так а сколько, Лёнин дешевле или что? Ну разбей ему второй тогда. Разбей ему второй, и вы в расчете, если он дешевле. Сейчас подъедешь, ну, ну, разбей на стоянке. Я тебе так не разбивал. И габариты, Женя, и пора задний ехать. Ход. А где запчасти? А где куски? Пацаны предложили. Ну пошли, там я знаю, где лежат. Где лежат? Макс, идем куски, куски, покажи ему место. Да, не, наверное, да есть там. Да скотчем заклеит нормально, что вы паритесь? Да? Куски. Да чего? Ну? От УАЗика, не? Да не, какие-то модные тут. Полный базар. Не-не-не, оно замыкает, видишь? Угу. Надо вот так как-то. Что за бренд надо сейчас? А не, вот тут вот. Забивай в интернет. Читай, Франция. Нет, это походу мерседесовский оригинальный. Это с кубика, это с гелика оригинальный снова. Паша, ты попал, это с гелика. Да, я не попал. Я попал, если бы. Ты как-то переживал за мои фонари. Я переживаю, у меня такой есть. Но это оригинал. У меня такого нет. Оригинал, да? Да. С чего? Что-то там много разных, типа... Не, с чего написано? Вот если вот так вот представить, то типа... Ну, с Геленвагена похоже. Только что работал. Да, только что работал. Теперь все перегорело. Предохранитель, походу, загорел из-за того, что был замкнут стоп. Вот, вот он был замкнут. Я его только что... Давайте еще мне что-нибудь сломаем. Да не, ну ты был близок 4 раза сегодня за день к перевороту, так что, в принципе, фонарь это херня. Это тебе Господь помог, блин, спастись. Лишняя деталь. А где предохранитель? Иди чини.
взломщик. Я не ломал ничего. А, это Макс виноват. Дай ему конфету хоть какую-то. Есть конфеты, остались у тебя в кармане? Леня, давай паштет я открою новый, чтобы успокоить тебя. Есть еще полбуханки хлеба. Там, смотри, у паштета может быть такая проблемность. Давай кастрик сделаем. Все уже. Ты можешь из паштета слепить ему фонарь. И слал нарды, и шахматы из хлеба. Вася заподозрил, что папа не космонавт. Да? Ну да. Так подождите. Давай европротокол, да и все. Давай этого самого, кто там? Комиссара, да. Кота не мотал. Фонарь не попав ни в каркас, ни куда. Вот тут вот давил, а ты потом резко... Так это ты, блядь, виноват во всем резко. Потому что ты... Курва еще, блядь. Слышишь? Подожди, Леня, все. Вызывайте ментол. Смотри, на следующий раз у тебя просто должна быть с собой доска, блин. И все, вот сюда доску ставим, и тебя может толкать кто угодно, понимаешь? Значит, он первый раз нормально толкнул. Ну надо это, надо доску купить просто будет. Что-то пыль у тебя, да, на стуле немного? Да, запылилось. Ну будем костер делать, вот место. Даже сцепление поменял. Да нет, пока сейчас едет, можно быстро продать. И фонарь надо, сфоткаем спереди и все. Надо на кардан повесить этот вандербаум елочки, чтобы не воняло сцепление, когда будут продавать. Керамический. Фонарь? Сцепление. Керамическая? Из унитаза можно напилить керамические пластины. Там цены такие, мама дорогая. А что, мы смотрели? А что это? Унитаз стоит $50, а зуб 500. Я думаю, что унитазом вам будет неудобно жевать. Вот на этом месте, слышишь, вот на этом месте Валера рубил, где Чироки стоит, рубил топором Ниву. И тут мы передавали тебе привет в Америку. Видишь, вот место такое-то такое непонятное. Сейчас я это видео покажу. Ты там кто-то ездил хоть? На, подал. Смотри. Вот это гонит! Я тебе дам скопировать, давай. Давай. Дайте аналгины Мухирова. Осторожно, трос не повреди, трос не повреди. Слышишь? Андрюха, можешь магнитолу взять. Блин, охереть, что фолловеры с людьми делают? Это охлаждение у тебя теперь шикарное будет, ты знаешь? Леня говорит, все, тогда едем домой, костер не будем делать, оффроуд ему надоел. Быстро ты сдался, говорит бородач. На первом скачке буквально. Слышишь? Если ты ему второй фонарь разобьешь, то он вообще не приедет больше. Ты же хотел в большой спорт. Так ты реально шел по болоту, я уже тебя в сборную Украины поставил на первое место. Записал уже. Не, ну он шел по болоту. Та лебедка просто тебя вытащила за 2 секунды, и быстро, и легко, и без напряга. Ну что мы делаем? Мне кажется, что там есть у кого-то паштет. Паштет есть. Давайте бить фонари, это весело. Я, говорит, первый начал. Леня тогда вообще занимался. Я, очень скромно там сделал маленькую дырочку. Ее можно и заклеить. Это чтобы вода вытащила. Леня, пацаны сказали, что это самое, что виноват вообще ты, потому что я тебя аккуратно подпирал, а ты подпрыгнул куда-то резко. Нахрена ты прыгал? Из-за твоей прыгучести проблемы все в коллективе. А, это я виноват? А кто? Кто подпрыгнул? Тебя спасали. Ты газнул, понял, и тебя подбросило вверх. Сначала ты въебал стоящую машину, потом сломал свою на подъеме, а когда тебя начали спасать, ты еще раздавил фонарь, чтобы, блядь, сделать меня виноватым. Охуенный план. Понял, он разложил по все. В суде работает. Просто это... Да, в какой в суде? На... Прокурором. Да не, какой-то у него этот... Какой-то мур... Какой-то мурчащий у него. Ложи себе вот взад. Смотри, Руслан, я отдаю уже по чуть-чуть. Еще бросай, это мало. Хотя бы по доллару бросай. Блин, выпало. И бросить по-человечески не можешь. Тут обманывает. Да, блядь, и тут... упало. О, ищи такой, давай. Назад положил, да, здесь все. Разводняк сплошной. В рукаве уже? Деньги возвращаю. Давай за металлоискателем едем. Она уже в рукаве. В рукаве уже? Он уже... Не, он мизинцем ее зажал, мне кажется. Тут где-то ходили, блядь, двое с металлоискателем. Можно отнять, Леня, отобьем, блядь. Два фонаря. Еще больше закоротило. Да уже закоротило. Еще больше. Знаешь, как раньше ставили по 5 копеек в Жигули? Так, я пойду посмотрю действительно, какие повреждения на этом, на этой машине, насколько серьезные. Это повреждение.
Вот это он разбил? Нет. А, это было? Это такие, как Леня раньше. Так он только задний ход тебе повредил. А я ему он даже лампочку не разбил. Да. Я вообще ничего не сделал, только задний ход чуть-чуть. О, а то было. А это? Это ментов кто-то вызвал. О, уже менты. О, сейчас будем разбираться. Наконец-то. Смотри, слышь, тут движение. Да, вообще. Нихера себе. Вечки еще можно. Так он с прицепом, это дрова тырит, наверное, в лесу, посмотри. Слышишь, так подожди, где Ленина? Вот это вверху? Да Леня до туда не достанет, ты что? Леня, чтобы до сюда достал. Так у тебя был битый фонарь, брехун ты, бородач, блин. Бородач, он у тебя и так был. Он у тебя и так был треснутый, вот, это же не Ленина. Маша, когда задом... Это не мое. Опять об Леню. Да, да. Где чье, блин? Вот, кто-то ударил, но это не я. Я вот сюда попал. Да вот ты! Не, я сюда попал. Не, это Леня сам, а это Паша уже. Там Леня? Да, когда сдавал. Мстил когда? Да, да. А, Паша, ты сам еще влепил там, между прочим. А. У тебя, посмотри, колесо сдулось. А что ты делаешь там? Что ты? Он мне фары разбил. Все фары разбил. Слышь, мне кажется, он пытался изнасиловать самурай палкой. У меня. Что мы едим или? У меня фары разбиваются, а у него как колеса начинают сбиваться. Я не знаю. Вообще. Где? В первом ДТП он пострадавший. Какой свидетель, блин? Какой он пострадавший? Ну фонарь же ты в первом ДТП. Ты тут потерпевший, твои безвинно павшие, мои безвинно севшие. Не, первое же ты вклепал. Это не я, это бревно, во-первых. Я на бревно наехал, а бревно вот так сделал, и я съехал в Пашу. Короче, идите вдвоем, дубасьте то бревно. Говорит, у меня фонари новые стояли, машина в идеале, $80, блин. Он тебе симметрию навел, лошара. Все теперь нормально все. А вот это что у тебя, что он такого цвета вообще? Потому что в нем вода. А этот что? Леня нормально сделал. Там лучше задний ход лучше светить будет. Он был мутный, а сейчас. Задний ход мутный был, понял, а сейчас будет лучше светить. Да. Ладно, кому кто хочет позвонить бородачу, вот его телефоны. Высосишь уже что-то нормально. Что, поехали или что? Погнали уже, да. Так, ну что, вот. Блин, я иду, а так темно. Вон у вас. Ну, место четкое тут. Можно сделать такой спецучасток интересный. Есть деревья. Есть горка с бревнами. Есть болото. Так, ну как мне тут теперь развернуться еще? Ну, сейчас как-то будем выезжать. В общем, покатались круто. Такой вот чаще. Самое радостное во всем этом, что мы нашли это место. Это приятно. Болото нереальное, приятное, хорошее. И мы теперь едем домой. В общем, блин, ни хрена не видно, вы не представляете, такое тут. Темень какая-то нереальная. И мы едем домой вам это все показывать. Подписывайтесь, делитесь. Всем спасибо. Высота машины большая. Ну и найденный стульчик, конечно, порадовал очень. Пацаны не знают эту историю. Только Макс знает. Всем пока. Подписывайтесь. До встречи. Что тут вообще, да? Тут какие-то опасные все ездят на этих «Жигулях». Вон, смотрите, какая там тачка.